Всем по привету, Саня Сумской на связи. Очередное короткое видео из центрального Лондона. Только что стал очевидцем, как прилетел медицинский вертолет, и из скорой помощи достали определенное оборудование, и часть работников скорой помощи также отправились на вылет. Также вот подъехала на подмогу, как видим, полиция сзади у меня. Вот смотрите, как работает медицинская помощь в Лондоне. Кому-то стало плохо, и, видимо, нужна срочная помощь. Машина скорой помощи, видимо, не справилась с работниками, поэтому прислали вертолет. Да уж, вот это уровень. Так, ребят, немного подкорректировалась информация. Судя по ситуации, часть работников скорой помощи сейчас летят на выезд. Они со скорой достали оборудование какое-то, поместили вертолет и сейчас летят на выезд. То есть, видно, в другом месте кому-то стало плохо, и так вот ситуация повернулась. Поэтому сейчас они вот их пристегивают там ремнями, и они летят на выезд. Я думал, что здесь как бы кому-то плохо стало, но где-то в другом месте. Видим, полицейские взяли небольшой радиус, чтобы люди близко не подходили к вертолету.